Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня я проведу мастер-класс по приготовлению торта «Пьяная вишня». Для шоколадного бисквита нам нужны будут следующие продукты. 5 яиц, 200 граммов сахара, 140 граммов муки и 20 граммов какао. Все продукты должны быть комнатной температуры. Яйца я беру средние, не крупные. В чашу кухонной машины выкладываем 5 яиц, высыпаем сахар и взбиваем все в пышную массу. По времени это занимает 5 минут. Смотрите, взбили яйца с сахаром в пышную массу. Теперь берем кружку сито, просеиваем какао, просеиваем муку. И вмешиваем муку с какао, взбитые яйца с сахаром. Шоколадный бисквит, ванильный бисквит. Я не добавляю разрыхлителей, если это, конечно, в нем только яйца, сахар и мука. А если вы уже добавляете масло, молоко, то, конечно, уже разрыхлитель потом по рецепту у меня идет. Но мне нравятся классические, без всяких добавок. Они пышные, нежные. Духовка у меня уже разогрета. Хорошенько вымешиваем, так как мука с какао оседает на дно. Потом вы будете выливать бисквитное тесто, и окажется, что вы плохо его перемешали. Видите? Форму в диаметре беру 22 сантиметра. Дно застелила пергаментом. Бока я смазала растопленным сливочным маслом. Теперь вот так по кругу встряхиваем слегка. Бисквитное шоколадное тесто ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Для приготовления торта «Пьяная вишня» нам понадобится 250 граммов вишни. Я ее разморозила, добавила 1 столовую ложку сахара и добавляю 100 миллилитров ежевичной настойки. Можно залить вином и оставляем. Шоколадный бисквит выпекался в духовке 40 минут. Сразу же после выпечки достали шоколадный бисквит. Верхушка вот такая вздутая, она остыла. Мне нравится выпекать бисквит по этому рецепту, потому что он ровненький и очень нежный. Смотрите. Чтобы готовить торт, бисквит должен быть холодным, поэтому выносите его на балкон или готовьте его за сутки до приготовления торта. Готовим крем. Нам понадобится 200 граммов сливочного мягкого масла и 250 граммов сгущенного молока. Мягкое сливочное масло взбиваем в пышную массу. По времени это занимает 5-7 минут. Теперь частями добавляем сгущенное молоко. Не все сразу. Выливаем последнее сгущенное молоко. Крем готов. Смотрите, он однородный, не расслоился и очень вкусный. Вот смотрите, крем нежный, очень вкусный, нам нравится. И главное, что однородный. Теперь дальше. Срезаем тонко-тонко верхушку. Ну сколько я тут режу? Наверное, 5 миллиметров толщина. Не спешите. Сейчас покажу, как мы будем собирать тортик. Этот торт можно украсить любым кремом, так как весь крем будет внутри торта. Смотрите, какой бисквит. Без разрыхлителей. Вот отрезала тонкий корж. Теперь, что мы делаем дальше? Берем и вырываем вот серединку коржа, оставляя лишь только бортики. И сразу
Разрываем на мелкие кусочки и выкладываем в крем. Такой звук приятный. Кто-то скажет: порчу бисквит. Ну, такая сборка торта. Не, ну бисквит шикарный. Не делала слишком шоколадный. Если вы любите больше шоколада, больше вкуса шоколадного, добавьте не 20 граммов какао, а 40, но при этом уменьшить нужно количество муки. Пропорции в бисквите очень важны. Пропорции муки, сахара. Ну, конечно, по соотношению к яйцам. Только аккуратно с бортиками, бортики оставляем. Не спешим. Красота. Давно не делала этот торт. Оказывается, я даже не снимала этот торт, поэтому исправляюсь. Что мы дальше делаем? Перекладываем наш корж на блюдо. Берем соком, пропитываем дно коржа шоколадного и бока с внутренней стороны. Дальше добавляем вишни, только без сока. Кто-то заливает вишню вином, кто-то добавляет коньяк. Я взяла настойку из ежевики. Она такая легкая, сладенькая. Немного чувствуется алкоголя, но совсем чуть-чуть. Дальше теперь все перемешиваем. Это уже вкусно, да? Выглядит просто прекрасно. И теперь этой массой будем заполнять наш подготовленный шоколадный корж. Только хорошо нужно равномерно размешать, чтобы крем распределился, чтобы вишни распределились. Ну и теперь берем корж и заполняем его. Мега пропитанный будет у нас торт. Кстати, на пропитку ему время совсем не нужно давать. Но я всегда, когда готовлю на торжество, на какой-то праздник, всегда делаю торт пьяную вишню. И это вообще любой торт за сутки. Ну вот так у меня получается. По-другому просто я не успеваю все приготовить. Хорошенько заполняем. Уплотняем. Не делайте слишком тонкие бортики, иначе он у вас порвется при заполнении. И, конечно, верхний корж мы также пропитываем соком, хоть он и тонкий у нас. Вы видите, как хорошо все получается. Готовьте вместе со мной. Я вам помогу, отвечу на все вопросы. Выпекайте. Не бойтесь готовить этот торт. Ничего сложного в его приготовлении нет. Полить его сверху можно глазурью. Я буду украшать белково-заварным кремом. У меня будет корзина с тюльпанами. Вот так. Ровненький. Ставим наш торт в холодильник на 1 час, и потом можно смело украшать кремом. Торт собрали, но я с вами не прощаюсь. Вечером выйдет мастер-класс по оформлению этого торта белково-заварным кремом. Корзина будет с тюльпанами. Не пропустите, я вас буду ждать.